привет! Вы на канале «Наша жизнь в Америке». New Life, It's My Life. Мы сегодня хотим записать маленький блок обращения. Вернее, мы не хотим записать, а мы его, собственно, и записываем. Вот, мы хотим обратиться ко всем вам, ко всем нашим подписчикам, ко всем тем, кто нас смотрит без подписки, и ко всем, кто вообще неопределенно смотрит. Это будет очень большое количество людей. Это порядка 10 тысяч человек. Мы хотим к вам ко всем обратиться с просьбой. Значит, с просьбой сходить на один канал, который называется Big Bad World. Это канал Дмитрия и Катерины Соловей, по-моему, так. Вот, мы этих ребят лично не знаем. Недавно мы случайно попали на их канал и узнали, что вот у них случилась такая беда. Дима заболел раком. Они обо всем об этом рассказывают, и, в общем-то, мы хотим просто попросить вас всех, ну, по возможности, если кто-то, так скажем, обладает открытым сердцем и прочие дела, просто оставить им слова поддержки в любом видео. Вот. А также, если вы вдруг... У них совсем недавно вышло видео, где Дима рассказывает о ситуации, полностью называют диагноз. Да, полностью называют болезнью, как они все, что делали, как это все вскрылось, скажем так. Да? Вот. Возможно, кто-то из вас может как-то помочь. Ну, любая форма помощи для этих ребят. Я думаю, что когда люди пойдут на канал, они увидят, там Катерина говорит о том, что они собирают деньги на своем канале на лечение Дмитрия. Да. Вот. И, ну, в общем, пересказывать не будем, что они говорят. Просто мы посчитали, что будет неплохо, чем больше людей об этом узнает, тем у них больше шансов получить поддержку. Получить какую-то и поддержку и моральную, и, возможно, материальную, или, может быть, еще какую-то, потому что в процессе, когда Дмитрий начнет... Он уже в процессе лечения, и ему будут делать химиотерапию. Возможно, надо будет какая-то просто помощь. И кто-то, может быть, даже где-то рядом живет, потому что нас смотрят со всех сторон света. Вот. Поэтому вот такая просьба. Не оставайтесь, пожалуйста, равнодушными. Зайдите, посмотрите. Очень мило и приятно. Да. Ну, собственно, вот это вот такой маленький, коротенький влог. Все. Всем спасибо. Мы со своей стороны заранее благодарны всем, кто откликнется и ответит на нашу просьбу каким-то маленьким делом. Все. Всем пока-пока. Вы были на канале «Наша жизнь в Америке». New Life, It's My Life. Bye-bye. Увидимся в интернете.